Всем привет! Мы начинаем мое видео Join Clash 3D. Мы будем снимать про таких человечков. Да. Сейчас я для начала вам расскажу, а потом вы будете играть, потому что вы можете запутаться. Тут надо собирать чем больше человечков там, чем больше ты убиваешь противника. И я вам сейчас это покажу. То есть, чем больше ты насбирав, тем круче ты становишься. Твоя армия. Да. Військо. Ага. Мы воюем против красных. Красные не меняются. Ну, меняются иногда. Красным цветом не меняются. Но там есть боссы. Боссы. А не боссы. Там есть боссы и... человеки красные. Вот них надо убивать. Я вам сейчас покажу. Вот так, бежим. Если вы посередине попадете, то вы всех попадете. Если вы попадете в бок, то вам только не все. Я мастер в этой игре. Такой. Ускорение. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Я мастер в этой игре. Выступает толпа! Погнал! Погнала жара! Толпа! Ой, походу мне проиграем! А, нет! Ладно, давай, сражайся! Ты самый сильный! Ну, Обидеть! Ты представляешь, он сам! И сам взломал! Мы выиграли! Короля отлично. Выкинул! И бабок заработали! И вам папа покажет, как играть! Ну, папе буду подсказывать, ага, так что... Давай, теперь моя черга будет. Да. Так, вот сюда? Да. И иди. Ага, просто держать? Да. Ой, тут топоры, не. Чем больше человечков? Ой, чем больше человечков, типа, чем круче? Да. Ой, их я что, он всех раздавило? О, так тут босс. Ну, а да, чё, Адемин? Ничего так. Несправедливо, він дуже великий. Несправедливо, вон жизнь. Если ты не будешь... Потом еще раз, да? Да, еще раз, и он убьется. Там жизни не сохраняются. Так, теперь сюда. Да. Такая... Простенька гра, ну, дуже я цікава. І знову, да? Да. А, якщо палець вбираю, вони зупиняються. Надо було стати на ту кнопку. Тільки, якщо ти бачиш шипи, то не становись на кнопку. Тому що, якщо ти бачиш шипи на чоловічках, то не Не нажимай, а просто забери их, потому что там шипы, они просто всех убьют. Вон, да вы уже какую толпу насбирал. А смотри, у него жизнь сохраняется. Ну, давай. За другим разом у меня вышло. Что, теперь твоя черга? Да. Давай, так какие тут еще есть штуки всякие? Ну, он меняет второе. Вот тут я строю свой город. Я еще доделаю, а потом уже будет города. Тут мои казочки. Что за казочки? Шлемы. А, шлемы тут надо. Да, выбирай, какой ты хочешь. Обычный. Ну, давай оцей Сусана. Сусана. А, це він. А, ну, які ще? О, давай оцього. Клас. Оцього. Побежали, денежки, собирай денежки. Пролезаем вот так, убиваемся. Ой, сундук. Сундучек. А. Ну, я думаю, его сейчас лупашить будет долго. Бить, пока не разломается. Сейчас полицейского. А что еще тут есть? А зброю? Да, сейчас. После этого. Я вам такого не беру. Oh my god! Я свой.
а не своих не убил, а боссов. Что такое? Что-то случилось. Оп, оп. Оп, падает. А, еще не падает. О, тут еще мечами. Давай мы якусь зброю. Можно вот выбрать? Да. Ну что, поїхали. Поїхали. Перерывчик. Маленький перерыв. Ой, это за ути, да? А, да, вони самі прям прибудуть. Ну, скорее, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Одного пропустил. О, теперь легко. Не, что, нормально, нормально. Сейчас босс... А, не, я снова думал, что сейчас босс. Это после цих, мабуть, босс будет. А, ого, вони прям цей замок розбомбили. А, ні. О, тепер у нас бабуся, бабусько. О, кролика зараз заработаємо. Кролика, ну, кролика, кролика. Так, це ж непоганий меч, бачите? Ач. У мене. Єсть! О-о. Бузер. Ого, закрытыми глазами. Новый рекорд. Кошмар. Ого, их еще больше. Ничего, сейчас победим. Мечом нашим. Да, непоганый меч. Так то и щит у него в руках. Давай. А сейчас... Yeah, ты видал? Mm-hmm. Круто, что мы добили такие мячи. С таким щитом. Это... Ну, это был... Я купил. Тут есть вот это... Мы показываем. Есть вот это. Турнахин такой. Ага. А продажи. Что, погнали? О, так мы... А, давай до босса. Босс. Босс, босс, босс. Сейчас мы покажем, кто здесь босс. Стережися, босс. Мы идем до тебя. Хоть. О, вот и босс. Только какой-то странный босс. Что-то я как-то маловато. Давай, 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 давай. Бье, ну бье. Бье. Все, бье. Yeah, мы выиграли, давай. Дякую. Дякую, що подивилися наше відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всем пока-пока. Пока-пока.